Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. По статье 219, части 2 Уголовного кодекса страны возбуждено дело в отношении матери из Алатыря, которая оставила малолетних детей дома. Начался пожар, один ребенок в больнице с множественными ожогами. Второй шестилетний мальчик погиб. Республика рассказывала об этом в начале недели. Установлено, что возгорание произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности. Ветхая электропроводка не выдержала напряжения. После очередного короткого замыкания начался пожар. Сейчас проводятся судебные, медицинские и пожарно-технические экспертизы. Допрашиваются очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить тюрьма.